Изобретатель из Атырау мечтает реализовать проекты по благоустройству города путем использования альтернативных источников энергии. Он уже собрал первую опытную установку по получению электроэнергии от солнца и ветра. Мурат Нурсултанов уверен, что можно организовать и промышленное производство. Тем более, что почти все комплектующие состоят из технического мусора. По мачте ветрогенератора и панелям солнечных батарей дом Мурата Нурсултанова в частном секторе Атырау заметен издалека. Здесь почти все изготовлено руками изобретателя. Из подручных материалов он собрал даже автоматические ворота. Стоимость вышла в 6 раз ниже заводских аналогов. Трос обычный. Готовы, нет, материалы. Идея собрать электрогенератор зародилась у Мурата еще несколько лет назад, когда в регионе наблюдался дефицит электричества и перепады с мощностью. Выбор остановил на гибридной установке, работающей от силы ветра и энергии солнечных лучей. Вместе с сыном и племянником собрали схемы, придумали конструкцию и 2 года назад приступили к сборке первого детища. Наша первая установка имеет мощность 1 киловатт. Сегодня она полностью функционирует. Обеспечивает электричеством нашу лабораторию и мастерскую. В настоящее время работаем над сборкой нового генератора на 3 киловатта. Хотим подключить жилые помещения. Все изготавливаем своими руками, за исключением солнечных панелей и коробов для схем. На улице пасмурный небольшой ветер, всего 3 метра в секунду. Однако даже этой скорости достаточно для выработки 220 вольт. Вся энергия поступает в этот блок. После направляется на аккумуляторы и инвертор, преобразующий постоянный ток в переменной мощностью 220 вольт. Постоянные помощники Мурата, его сын и племянник, оба интересуются конструированием и электроникой. Мы постоянно помогаем отцу с реализацией его идей. Это очень интересный и захватывающий процесс – получать энергию из альтернативных источников, своими руками собирать генераторы. Моя мечта – попасть на Экспо-2017. Под будущую выставку здесь даже отвели отдельный уголок с идеями, а их у Мурата Нурсултанова много. В планах реализация даже социальных проектов. Он уже приступил к конструированию небольших солнечных установок, которые планируют размещать в местах отдыха горожан. С их помощью жители и гости города смогут подзарядить свои гаджеты абсолютно бесплатно. Если же найдется инвестор, то Мурат готов наладить и промышленное производство электрогенераторов собственной конструкции. Талгат Кигуловкин, Мирослав Газиев, Атырау, 24 КЗ.